когда открываешь страницу и видишь оригинал песни «На границе» или «Я люблю того, кто не придет», ты видишь, как это, черт возьми, было написано. Это реальные черновики. Сделать лучше невозможно. Сделать с большей любовью невозможно. Мы просто реально прожили каждую страницу. Какое нежное лето, наше первое лето с тобой. И повторять это все, и дополнять это все, я считаю, неэтичным. Почему я это сейчас говорю? Потому что мне очень хочется идти дальше. Я очень хочу идти дальше, я хочу писать новое.